Оксана. Це просто магія. Я тримаю в руках її і мурахи по шкірі. Ти неймовірна, ти талановита, ти маєш одужати якнайшвидше. Моя сила з тобою. Муа! Дякую. Привет, все мои дорогие друзья! И как вы поняли с начала видео и названия видео, да, я это сделала, я написала портрет Светланы Тарабаровой. Это знаменитая украинская певица с классным таким голосом, сильным, с колоссальной положительной энергией и с очень добрым сердцем. Реакция на этот портрет была просто суперская при его получении. Кусок видео я тоже ставлю в конце этого видео. Портрет передала Светлане, певица, тоже украинская, Светлана Кравчук. Тоже очень с классным голосом, и вообще я в ее голос просто не перестаю влюбляться заново. Настолько такой чудесный темпер и игра голоса, это просто замечательно. Мне просто безумно, очень приятно, что моя работа будет у такой знаменитости и что этот портрет настолько понравился. Светланочкам хочу пожелать творческих успехов, высот, достижения цели, чтобы все давалось легко, чтобы каждая песня становилась хитом и просто взрывала этот украинский шоу-биз. А теперь о самом портрете. Сам процесс я не снимала, потому что с камерой, съемкой это очень затруднительно, и как бы камера мешает, а хочется сосредоточиться на картине, чтобы все красиво получилось. Вот видите, под глазами есть такие две точки, это сразики. Вот, да, вот пальчиками трогаю, вот это сразики настоящие, я их посадила на клей. Сам портрет, конечно, размерами хорошими. Холст на подрамнике, размер 60 на 70. Я выбрала фотографию, которая мне понравилась, и перенесла эскиз на холст. Фотографию я выбрала именно такую, потому что мне на ней очень понравилась эмоция, такая задорность. Цвет волос, что они именно так лежат, немного в воздухе, немного где-то растрепаны, либо их ветер поднял. Такая вот игривая эмоция очень мне понравилась. А волосы я рисовала краской вот этой, акриловой. Она такая рыжая, огненная краска, как раз под цвет волос, то, что надо вообще, превосходно, как будто эта краска специально была создана для этого портрета. Фон я делала легкий, непринужденный, где-то с розовинкой, где-то там голубой цвет участвовал, телесный, желтый. Вот растворитель для красок акриловых, его я тоже использовала для того, чтобы создать как раз фон. А сейчас вы увидите реакцию Светланы на этот портрет. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока-пока. Класс, это шок. Неймовірно, кольори. Схожа на тебе? Схожа, але коли я нафарбувала. Схожа, емоціями капець, схожа. Я спала декілька годин, бо Іванко малий потребує уваги, але це просто баба! Клас, дякую. Як прізвище? Кучиньова. Кучиньова, ти найкраща. Дякую тобі за такий приємний подарунок, це просто бомба.